пассажирам сразу же пошли все помогать пассажирам. Нормальное явление, что чурбаны. И кто в какую сторону ее ударил, что она перевернулась? Какая? Вот. Правый бок. Она сама задела. Она сама, вот в этот. Правый, да, в правый бок. И вы тоже, да, в нее попали? Нет, все, вот я в нее попала, да, потому что вот я выехала газель, зеленой, да? Она пролетала на красный. То есть летела с большой скоростью, и я просто физически не успела затормозить. Да что ты не затормозила, мы даже тронуться вот, из-за этого только толком. Один бок у меня пострадал, потому что я именно затормозила. Да, он стоял. Я проехал зеленый, он стоял. Я как на весь проехал, он уже трон, машина трон. Я думал тормозит. Никак. На зеленый ехали, да? Да, я зеленый проехал, он мне свидетельствовал. Даже она рядом. Девушка вот только что поехала. На больнице. Ну что, едете на зеленый и дальше? Я зеленый проехал, я смотрел, я видал, его видал, уже он трон, машина трон. Я хотел тормозить, я знал, что если я торможу, прямо с середины. Вот где девушка. Я отошел налево, рули все равно. Зада попал вот где резина туда. Это, что в салоне? Как выбирались? Через оттуда. Дверь уже загнул, никак. Дверь... А что, двери здесь не открываются? Открывайся. Если сейчас подумаем, машина, она, ради бога, открывайся. Просто она ударом загнулась. У нас каждое место комиссия проверяет. Каждое место. Двери, много пассажиров все. Было? А? Много пассажиров? 7-8 человек. Ну? У нас каждое место комиссия всегда проверяет. Все транспорт проверяет. Наша база проверяет. Всегда, чтобы машина... Чтобы даже габарит, если не горит, они не пропускают. Давайте, чтобы сделать, а потом можно ехать на работу. Понятно. И как вас зовут, как вас подписать? Тормозил. Газ нажал, тормозил. Как поближе и я хотел на левую, чтобы поехать, никак не получилось. Если я тормозил, даже пассажир все пострадавшие вообще может поехать. Если я налево не проехал. Да, все на красный сигнал светофора остановились. Потому что она, как бы улетала, я вот только встала прям вот. Если бы у меня была скорость, я бы тоже получилась. У вас скорость была очень хорошая. Машин тронули. Вот я даже глаза закрыл. Девушка, пожалуйста. Зачем вы глаза закрыли? Я зеленый. Потому что на красный пункт. Я зеленый пункт проехал. Я зеленый свет проехал. Вы стояли вот там. Как поближе газ нажал. Я думал, что сзади проехал. Верню, пороть не будешь, да? А что хочешь? Я ничего не хочу. А я тоже ничего не хочу. Я что есть, я только так правильно говорю. Я правильно говорю. Какой же? Все машины стоят. Все машины стояли. Не надо кричать, не надо орать. Мы свой красный отстояли, тронулись на зеленый. Ты кричи, ты кричи. Не кричи, это все. Спокойно разговаривай. Я спокойно говорю. Скоро знаю, как и есть. Здесь 100 метров, знаешь, здесь 20 метров. Здесь 100 метров, а вот здесь 20. Что ты мне рассказываешь, сказки тут, Васи Крылова, что ли? А светофора сколько ехать? И здесь сколько ехать? А все машины стоят там, ваши машины. Нет, а твоя летела одна. Куда летел? Вон долетался. Вон долетался, все, блядь. Ваши удары, да, может. Ваши удары, конечно, эту машину еще можно. Вы заметил, блядь. Сколько?
большим опытом работы водитель был. Так, как что случилось по вашей версии, что вы узнали вот первоначально? Ну, машину вы сами посмотрите, как машина лежит на боку, она проехала перекресток. Сколько человек пострадавших? Не знаю, сейчас это выясняется. А проходил техосмотр, техническое состояние? Да, машина технически исправна. Технически исправна. Вас как зовут, представьте, пожалуйста? Дмитрий Вячеславович Сивков, моя фамилия. Как? Дмитрий Вячеславович. А фамилия? Сивков. Степков? Сивков. Сивков, да? Да. Вы владелец маршрутного да, такси номер 7? Да. Никто не обращался. Мы просто стояли здесь на красном, а там газель ехал на зеленом. Потом Митсубиси двигался вперед, наверное, на нее раскатился. Смотрите, я видел, что вы принимаете деятельное участие. Может быть, вы просто друг и знакомый? Я первый побежал, пассажиры просто помогают. Я сломал там это передний, потом один мужик был еще там, он, наверное, ушел. Как вас зовут? Мне Натик зовут. Как? Натик. Произошло дорожно-транспортное происшествие. Значит, по факту ДТП будет проведено служебное расследование. В рамках наших полномочий управления Госавтодорнадзора по Тверской области, значит, в соответствии с положением о лицензировании, номер, утвержденное постановление правительства номер 280, если будет доказано, что нарушение у лицензиата, которые повлекли за собой дорожно-транспортное происшествие, будут грубыми, то, скорее всего, мы оформим материалы в суд о приостановлении действия лицензии с возможным ее аннулированием. Примерно вот такая ситуация. Скажите предположительно сейчас, что мы можем предположить? Кто двигался на красный, кто на зеленый? Вы знаете, наверное, затрудняюсь сказать, потому что это уже вопрос, скорее всего, ГИБДД, являются организаторами дорожного движения, и заключение будут делать они. Мы в рамках своих полномочий будем смотреть, будем работать внутри предприятия, то есть данного предпринимателя Губенко, и разбираться, что за нарушение, что за причина повлекли за собой данное ДТП. Санкции максимальные, если все-таки маршрут виновен, если плохое техническое состояние было. Что может грозить владельцу маршрута? Я еще раз говорю, что, на мой взгляд, это самая достаточно серьезная мера, превентивная достаточно, в общем-то, это аннулирование лицензии. И данный предприниматель уже никогда не будет заниматься перевозочной деятельностью. Ну, вы знаете, вот было ДТП, оно у нас на слуху, ДТП с особо тяжкими последствиями, когда произошло, значит, на бульваре Нагина столкновение со спецмашиной, с пожарной машиной. Там 18 пострадало. Значит, на сегодняшний день собраны материалы. Завтра мы уже готовы передать их в суд. Именно стоит вопрос о приостановлении действия лицензии. А в рамках своих полномочий мы уже приостановили деятельность в административном порядке данному предпринимателю. Пока так. Там в том случае виновен именно виноватым маршрут, или вы виновность не определяете? Именно мы, да, мы не определяем виновность водителя. Мы внутри предприятия отработали, провели служебное расследование и установили, что был нарушен режим труда и отдыха рабочего времени водителя. Сколько он проработал в тот день? 17 часов. Угу. Представьтесь, пожалуйста, ваша фамилия, отчество. Кузнецов Игорь Николаевич, заместитель начальника управления Госавтодорнадзора по Тверской области. Спасибо.